Дмитрий Бухаров в службе по благоустройству Октябрьского района работает совсем недавно. Сначала сильно волновался, но даже не ожидал, что очищать улицы с такой техникой не так сложно, как кажется. А вот что нужно запустить, что нужно сделать, чтобы все работало? Ну, сначала заводится машина. Этот двигатель, который сам работает пылесос, он заводится отдельно с компьютера, вот с него. Его просто пуск включаешь, здесь на нем все на мониторе, здесь выдаются ошибки. И, допустим, если надо поднять кузов, переключается монитор. Даже коробки, там, бутылки, ну, что-то такое, даже кирпичи даже небольшие, то можешь в себя втянуть все этот мусор. А что не сможет втянуть? Ну, если что-то уже не можешь, там, ну, какие-то там деревяшки или большой, ну, объем. Такая техника заменяет часы ручной работы, однако в весеннее время машина применяется только на открытой местности. В районной администрации говорят, что каждый из подобных пылесосов по своему применению и функционалу разный и по-своему особенный. Мы активно приводим город в порядок. Сейчас в Октябрьском районе в строю более 60 единиц подметально-уборочных машин, которые устраняют с проезжих частей, тротуаров, оставшуюся после зимы грязь и смет. Также сотрудники коммунальных служб проводят мойку остановок общественного транспорта и барьерных дорожных ограждений. Кроме того, отметим, несколько пескоразбрасывателей у нас все-таки остаются дежурными на случай возможной гололедицы. Ранее мэр города Ратмир Мавлиев пообещал, что после зимы улицы очистят к 10 апреля. Сейчас только в Октябрьском районе работает более 60 единиц техники, из них 10 – это автопылесосы. Сотрудники городских служб настроены оптимистично и считают, что привести город в надлежащее состояние к поставленному сроку – не проблема. Андрей Насеткин, Рустам Лукманов, столичное телевидение, вся Уфа.